Более 40 павильонов распахнули свои двери для тех, кто хотел бы собрать детей в школу, причем сразу и в одном месте – у торгового комплекса «Полесье». И то, что кабардинчане и гости города ждали встречи с представителями торгового сообщества, подтверждают цифры. Только за первый час через палатки прошли более 1000 покупателей. Особый ажиотаж наблюдался у павильонов Облпотребсоюза. Марка «Райпо» людям знакома. Сюда идут за необходимым и качественным. Устраивает, цены хорошие. Понравилось по качеству, что сделано очень хорошо. Хорошо обработаны швы. Ну и такое еще у нас не было. Довольны вообще? Очень довольны. Да, довольны. Цена очень даже замечательная. Еще нам скидочку делали, а скидочки мы любим. Почему принимаем участие? Потому что сегодня наше предприятие наравне как по продовольственным товарам мы торгуем непродовольственными товарами. И в целом в области у нас 9 магазинов формата «Детский мир», 12 универмагов, которые реализуют ассортимент школьный. И практически все магазины торгуют канцелярскими принадлежностями, товарами к школе. И, конечно, не принять участие в мероприятии мы просто не могли. Первоклассница Даша с мамой собираются в школу, примеряя одно платье за другим, сравнивая фасоны и модели, представленные в павильонах Облпотребсоюза. Определиться первое время никак не могут. Уж очень все нравится. В итоге обновка не только у первоклассницы, но и у ее маленькой сестрички. Ассортимент достойный. И ценовая категория от и до. То есть, как бы, есть и минимум, и максимум на любой кошелек. В общем, я думаю, что можно есть что выбрать, есть из чего. И мальчикам, и девочкам. Вот мы даже для младшей дочери, хотя она в школу не идет, но здесь выбрали очень красивый сарафан. К слову, выбрать нужный фасон не всегда просто. Здесь в помощь опытные продавцы-консультанты. В зависимости от того, с мальчиком или с девочкой, на какой рост, размер нужно, какого цвета, фасона тоже главное. И главное, с настроением хорошим. Посмотреть, прицениться, выбрать то, что по душе в торговых павильонах Брест-Облпотребсоюза мог любой желающий. Преимуществ здесь несколько. Во-первых, большой ассортимент. Во-вторых, качество, подтвержденное не только сертификатами, но и мамами. И в-третьих, цена. Скидки на отдельные модели до 45%. Хочется привлечь покупателей, хочется оказать какую-то социальную поддержку социально уязвимым слоям населения. Поэтому мы здесь. До 45% скидки на изделия, которые предоставляют нам предприятия, и мы совместно с ними идем на такие совместные оценки, до 45% это максимальные скидки. Ярмарки распродажи в районных центрах и городах уже давно стали традиционной формой торговли. Как правило, организаторы стараются здесь соотнести два параметра – цену и качество продукции. К слову, у тех, кто еще не успел приобрести все необходимое, еще есть такая возможность. Например, приятные бонусы от организации Облпотребсоюза будут действовать еще некоторое время. Школьные базары будут работать до середины сентября. И все акционные мероприятия, которые сегодня представлены на ярмарке, они точно так же действуют в районных центрах, на школьных базарах в каждом районном центре. Кроме большого ассортимента школьных товаров, Брест-Облпотребсоюз подготовил для своих юных гостей и их родителей торговые площадки, где были представлены блюда белорусской и европейской кухонь.